Для развития ярмарочной торговли и расширения перечня действующих площадок на территории Каспийска администрация города проводит онлайн-голосование в форме опроса на своем официальном телеграм-канале. Оно проводится среди жителей Каспийска, где они могут выбрать именно те территории, которые, по их мнению, больше всего подходят для проведения ярмарок. Это площадки возле Русгидро, Ленина-1 в районе Дагдизеля, рядом с Малым парком, позади храма Казанской иконы Божьей Матери, район банкетного зала «Россия», вдоль улицы Ленина, сквер по улице Орджоникидзе, 18, напротив социального фонда, микрорайон Кирпичный, улица Мира, территория перед домами 12 и 14 по улице Советская и возле пира. Отметим, что результаты голосования будут учтены администрацией муниципалитета и послужат основанием для принятия решений о выборе оптимальных площадок для проведения ярмарок.